Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Эй-хей! Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, это канал Александр Смит в исполнении Месси Смит Плей! А это, друзья, недооцененный его величие! Красненький психопат, это восхождение Дэдпула. Не просто судьба, предназначение. Жесткий, его боятся. Приколист, да? Потому что если ты не понравишься Дэдпулу, тогда ты ничто. Я буду как Логан, как молниеносный, как вездесущий Росомаха. Я буду знаковым, юморным красавчиком Райаном Рейнольдсом. Кузури по-японски монстр, Куэ-Куэчу, Росомаха. А я мертвый бассейн, Дэдпул, оружие 11. Быстрый, сильный, резкий, уверенный в себе. Я Дэдпул, я неуловим. Готов это посмотреть в исполнении Месси Смит Плей. Давайте попозируем немного. Шнурок застрял. Опа, поехали. Погнали смотреть. Дэдпул, это Логан. Получил твое сообщение. Последний раз тебе говорю нет. Нет, ты не можешь покататься на черной птице. Хватит мне об этом звонить. Эй, Дэдпул, это Домино. У меня есть для тебя заказ, если ты заинтересован. Платят хорошо, так что подумай. И по поводу твоей смс-ки насчет... Я не могу, слушай, это был только один раз. В общем, позвони мне. Дэдпул, это Питер Делла Пена. Из The Human Studios. Ну, ты помнишь, ты все время называл меня придурком, когда подловил меня на парковке прошлой ночью. В общем, я пролистал твое предложение, не буду делать вид, что я не понял, что это за хрень. Но ответ все равно нет. Ты, пожалуйста, не воспользуйся своей идеей о суперигре. Что он сказал нет? Это был наш шанс на создание игры про нас. Может, не стоило описывать нашу идею цветными телками? Расслабься, он еще передумает. А, точно, из-за... Дэдпул, это Питер, ну ты меня помнишь, который придурок. Помнишь, я тебе звонил и сказал нет. Я такой шутник, конечно же, я имел в виду да. Твое новое предложение, которое мы получили сегодня утром, произвело в офисе настоящий фурор. Гениально, просто гениально. Так что, если коротко, поздравляю. Давай сделаем твою игру. Вот видишь, и снова наш завальный склад характера спасает положение. Давай пять! А, да у нас нет рук, мы голоса в нашей... Разработчики уже сценарий работают над сценарием. Как только он будет, я его пришлю. Сценарий? Дэдпул! 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 Это Дэдпул! О, какой-то бред, сценарий. Будто какой-то просто Филипп, писатель лучше меня знает, как показать настолько я удивительный. Удивительно, скорее про Человека-паука относится. Ага, как же, и что удивительного? Ну, сверхъестественные силы, рефлексы, обостренные чувства, гениальный уровень интеллекта. Способность прилипать во всех поверхностях. А знаешь, я еще прилипаю ко всем поверхностям. Слизь. О, Человек-паук, но есть... У Человека-паука такая зашибительская это способность к регенерации. Нет, зато я, если какой-то придурок повезет попасть в меня шальной пулей. Да, пожалуйста. Я еще и существую разница в том, что мы кучу народа положили. Damn right. А то ж. Нажмите, чтобы подняться, а он ленивый, знаете. Нам нужно хорошо. Нам нужно хорошее кино с сиськами. Сиськи нужны, сиськи. Да, где телка, я засадил бы ее как следует.
Кто-то над вами наблюдает. Да, миссис Мидплэш. Давайте уже поехали. Щелк. Наблюдает миссис Мидплэй. Наблюдает миссис Мидплэй. Это Дэдпул. А что это? Вы, ребята, вы можете каждый мой шаг отслеживать. Я же ничего не достиг в этой игре. А вот еще одна. Ха, ну погнали, друзья, смотреть Дэдпула. Дэдпула смотреть погнали, спокойно. Посмотрим, что за этой дверью номер один. Что здесь находится? Что такого интересного здесь примечательного? Опа, интернет. Давайте посмотрим какое-нибудь интересное видео, может быть, порнохаб. Парни. Дэдпул, давай-ка нам. Знаешь, почему я люблю интернет? Он прям как я. Пошлый, враждебный. Overflowing with perversion and stupidity? Да. Да, еще раз он. Новое видео. Фейбрид! Обожаю! Как понять мой статус? Возбужден. Еще одна заявка друзья от Райана. Как от Райана нравится, что ли? Мой статус скучно до охуения. А по пути чей? Что, а? Дэдпул, может быть, это пойдем уже? Давай я тебе лучше покажу один из выпусков Дэдпула. Давай-ка нам Дэдпула, покажи-ка ты нам лучше Дэдпул свой прогресс в игре Дэдпула. В общем, кто-то звонит в дверь, а кто звонит в дверь? Открою сейчас дверь. All right, already. Ладно уже! Нижнее белье? Ты пытаешься сказать нижнее белье? Сучка, и заходи, я тебя засуну. Здравствуйте, посылка для мистера Дэдпула. Распишите здесь, пожалуйста. Да. No autographs today. Сегодня без автографов, какашка. You know, подожди, что-то еще я здесь забыл. Что я забыл? Что-то я еще здесь... О, я вот это хочу, друзья. Это интересно, кстати. Смотрите. Ха! Дэдпул! Дэдпул повар! Ты смотри, какой! Люблю запах блинов утром. Запах блинов утром люблю тоже, да. Запах победы. Smells like victory! Нормально так. Офигенно. Так что там, кто там хочет, ты там это, мне посылка не нужна, мне твоя задница нужна. Собачка, собачиха, собачуна. So, how's the ball? Ну как продвигается лизание яиц? Просто сиди на месте, и мне придется тебя застрелить. Просто сиди на месте, и мне не придется тебя застрелить, барбос. Кто звонит? Может, откроем дверь? I have a package for Mr. У меня посылка для Дэдпула. Hello, ну, sir. Давай. I have a package. Давай, давай, давай. Йоньк. Йоньк. Посылочка. Shit. Черт, как я и подозревал. Слава. Повсюду. Отстой. Может попробовать прочитать? Ну ладно, сцена первая. Темная, ненасытная ночь. Дэдпул на не любит медиамагната. Хайта, который бла-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 бла, который, да, это нафиг, вырезать это, убрать это, а цветные тёлки. Почему мы пытаемся убить этого? Какая разница? Это искусство. Не уверен, что игрок понимает наш замысел. Эй, игрок, продолжай, скоро поймешь, мы собираемся изменить твою никчемную жизнь. Пора пошуметь! Пора пошуметь, друзья, давайте пошумим. Давайте пошумим этой игре Дэдпул. Ты смотри, я что-то не засек время. Я не засек время, друзья. Кто-нибудь помнит, как играть? Я никогда не читаю инструкции. Ты не можешь читать. Могу. Я играю только в компьютерные игры. Эй, какой-то тест, игрок прочитает эту хрень, делает то самое да, то самое да, банный кружок, банный фасад, банный момент, покуха. Кнопка прыжка. Jump, 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 jump. Light attacks, check. Легкие атаки, посильнее атаки. Вот такие вот атаки спокойно. Яйца у меня большие, поэтому такие атаки спокойно. Heavy attacks. Ооо, какой я, какой я, какой я. Ооо, простые эти самые. Я даю команду баланчика. So we can test our match skills. Ооо, такие размножения. Вау, штучки. Эй, ублюдки. Вау. Давайте посмотрим, что вы сможете против Дэдпула. Hey, mix our light and heavy attacks together. Так, теперь попробуем комбинировать. Комбинируй, попробуем спокойно. Икс, игрек, опа, опа, опа. Вот так вот, вот так вот, хорошо. Вот так вот, вот так вот. Вот так, вот такой. Вот, например, вот так, как вот так вот. А вот так вот, если... А вот такой, вот если момент такой придумать. А, как тебе, мой момент? Я Дэдпул, если что, да.
Мертвый бассейн, Дэдпул. Клочок. Так, попробуйте. Я инструкции никогда не читаю, поэтому делается наугад. С геймпадом на ты, поэтому хорошо умею. Да, максимальная комбо 35. А мог бы больше. Враги не могут... Нельзя ударить то, чего нет. Знаешь, что лучше, чем увернуться от удара? Ударить в ответ. Чувачки! Чувачки! Ну-ка, давай-ка, чувачок. Вот такой вот момент. А вот такой вот, чувачок. Воу! Кроме вас, двоих неудачников, один ящик, пожалуйста. Мне сюда ящик, пожалуйста. Ящик мне, пожалуйста. Использую. Блях, могу тут много читать, просто капец. А быстро нажимайте. Оп, 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 оп. Какой, а? О, сейчас полетай. Попрыгаем, сейчас развеселимся. Никогда не бумагло раньше этот этап подготовки. Домик для прыжков на месте. Бранц, 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 уху, уху. Отпад! Ну погнали, если отпад. Если отпад, поехали, hey, хорошо. Так что, что? Ничего не подозревающий плохой парень. Ай, убьем его потихо. Стелс. 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 Да пу. Чувачок! В моей игре за убийство плохих ты получаешь очки. А вот это понравилось! Мне это стелс был хороший момент! Badass! The badass! Hey, player, open up the upgrade menu and see what we can buy. Так, а что можно купить? 72 тысячи. Купи меня. И это. А, все закрыто. Закрыто все. А, купить это. О, пойдет, пойдет. Можно уже что-то купить. Игра пиратская, игра не куплена в Стиме, друзья, ключей нету, ничего нету. Игра пиратская, скачал, буду играть. Пиратская игра, пусть будет, спокойно. Так, что тут, все, короче, да, все беру, нету, больше нету у меня ничего. Все, нету больше ничего, смотри-ка, ладно, маленько. Больше мы кипарем, убьем, тем больше улучшений мы можем разблокировать. Пинзачки, мне нравится... Дэдпул. Мне тоже нравится Дэдпул. Ага. Чуваки, собираем те самые херобореньки, они нам дают, естественно, прокачку, опыт, профит. В общем, Дэдпул надо прокачать, оказывается, да. Но он, походу, не до конца еще максимально уверенный в себе, ну ладно. Хотя он уверен, он неуловим, он быстрый, он резкий, он да. А где мой Дэдпул? Здесь пока нет Дэдпул. А где мой Дэдпул? Окей, класс. Tap jump while jumping towards a wall to perform a wall jump. Так, стены, 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 вот так, оп, хорошо. Та-дам! Да, ну прыгать в стену, а стену это, конечно, мы знаем. Это мы знаем, это мы понимаем. А я хочу тебя, друг мой, наделить особым чувством, особым моментом, этим самым моментом хочу... А чё, не понял? Что за какой-то про... Это в моей игре не должно быть фризов. Я Дэдпул. Дэдпул, я где фризы? Фризы, уйдите, фризы не нужны. 15-й год или какой? 13-й Дэдпул. Буду я на твоем месте, я бы выполнил несколько прыжков от них подряд. Да, прыжок, прыжок, оп, 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 оп. Хорошо, гениально все просто. Все просто гениально, да. Особыми моментами. Нажми кнопку прыжка, находясь в воздухе, чтобы сделать двойной прыжок. Это опасно. Законы физики, будьте вы прокляты. Прокляты будь физика, проклята. Оп, оп, вот так. Да, ты хотел так, Дэдпул? Думаю, да. Удерживай кнопку прыжка, чтобы карабкаться по этим самым. Да, без проблем, ты кого учишь? Что за учение, где игра? Игру хочу, учение не надо. Я думаю, мне стоит громко заявить о себе. Пора заявить от себе, Дэдпул! Хорошо. Время устроить. Бум! Сам удивляюсь, как не падаю. Яйца огромные. Вот что случается, когда мешаешь с фасолью, буррито с фасолью. Только честно, я ведь не единственный, здесь у кого в шашках немного дерьма. В штанах... Что в шашках? Какие шашки? Штаны, дерьмо в штанах. Слабая сильная атака, телепортация, контравыпад, контратака. Вау, чувачки приехали, да на Дэдпула!
Ну давайте поедем, наберемся. Вау, такой прогресс! Нормально пошел. Что? Эй, чувачки, я Дэдпул! Мы с вами ходили в одну школу, в один этот самый класс! Когда там было, ты смотри, да. Пентхаусе этот клоун проникнул сюда. Пентхаус, значит, подъехать на лифту. Катаемся на экспрессе в пентхаус. Бля, сколько без читать? Сколько, блядь, не читать? Дайте поиграть. Вы чё, ушёл? Так, кто выходите? Точки, иди сюда. Бежит! Бежит! Бежит, все умирают! Бежит, умирают! Так вот, друзья, особым моментом, особыми чувствами хотелось. Кочок, вау! Переворот от Дэдпула! Переворот от Дэдпула! Переворот от Дэдпула, хорошо. Еще бежит! Чувак! Мироля, где мой стелс? Кочок! Я умер хорошо, иду вперед, хорошо. Кочок, вот такой переворот, тройной, последний момент, спокойно. Ну куда? Вот, вау, ты что-то пролетал, попрыгал, что только что было. Что сейчас только что было, спокойно, аккуратно, это Дэдпул. Здесь эмоции дофига, это Дэдпул, так мертвый бассейн, спокойно. Внимание, мы блокируем доступ к лифтам, всем бойцам. Отдайте мне это, слышит ты, маленький недоумок, в чулке. Никто не вламывается в мой дом, я надеюсь, оно того стоило. Лифты выключены. О, я придумал. Давайте засанем чипинг и подождем, когда он... Или ты поможешь найти способ подключить электричество во всем здании. Тогда система перезапустится, и лифты снова заработают. Мне нравится этот парень. Ставим его. И дисконнектнул. Куда это прицеливание, это стрельба? Пристрелите! Успокойся. Также ничего не понимаю, как и ты, мой друг, спокойно. Сколько много субтитров, что капец. Так, стрелять куда-сюда? Так, лифт. Что хотите? Где, куда? Не понял сейчас. А вот понял. Кто-нибудь спуститесь туда и пристрелите этого клоуна. Я не клоун, я сэр. Я мистер Дэдпул. Так, а что? А где? Так, Сельвага, нажмите ЛТ. ЛБ, ЛТ, УИТ, НАИТ. А где вы мне здесь? Очки. Ха, не понял. Обратно, что ли, надо? Ну, давайте обратно, ладно. А чёрт! До свидания, мудачки. Так вот, друзья, особым моментом, особым чувством хочу вас наделить. Этим самым чувством, друг мой. Тот момент, который ты чувствуешь при виде её. Когда твое сердце начинает биться в два раза быстрее. Да, мой друг, в два раза быстрее этот самый момент. Вау, чувачки, вы что, Дэдпула завалили, что ли? А, не понял. А как это, регенерацию Дэдпулу? Дэдпул перегорел, Дэдпул разгорел. Дэдпул, а где силы? А где силы мне взять? Вы что, чувачки, вы что, охерели, что ли? Это пилотная серия Дэдпула, вы что делаете? Вы как? Вы вообще зачем? Вы попутали, что ли? Я тут о сокрушительном моменте, о том самом моменте. Идёт сюда! С таким надо к врачу идти. С таким надо, да, к врачу. Я красненький психопат! Я красный психопат! Мне надо к врачу идти! Да, этот самый момент, друзья, особое чувство. Истинный момент. Настоящий момент, когда у тебя начинает биться сердце при виде ее быстрее в два раза. Пускай мы не разделяем общество друг друга, но мы разделяем одно нежное слово – любовь. Сюда, да, мне? Оу, фак! Иди сюда!
Дэдпул, да, вот такая музыка мне пойдет. Yeah, something like that. Yeah, что-то типа этого. Перезагрузить. Ага, вот так вот, да. Хорошо. Эй, чувачок, ты куда убежал? Чувачок, иди стелс. Сейчас тебя по стелсу убрал красиво, я знаю, да. Nope, wrong way. Не, не туда. Так, приобретен какой-то предмет. Чувачок, я бы тебя по стелсу красиво бы убрал, как первый раз. Ну нет, ты не хочешь, да, походу? Пострелять хочешь? Да, пострелять хочешь, чувачок? Ну давай, постреляй, давай. Подумай, я тебя пристрелю, да, я тебя сейчас пристрелю, сама как из стула. Я тебя пристрелю, ублюдок. Да, генератор какие-то. Эффетизм, эффхуемисизм, хуесюсюизм, куда, сюда, да, нет, не сюда, чувачок, опять не туда, Дэдпул, ну ты давай мне по этой указательной, о, джекпот, я думаю, это правильный момент, да, я думаю, момент правильный, спокойно, нажимайте, спокойно, куда, алло, вот так вот работает. Мне свашно. Могу посмотреть, лифты снова заработают. Я такой умный. Кто такой умник отрубил генераторское это самое гребаное электричество? Спускайтесь туда вниз и прибейте Дэдпула, если вы можете. А я думаю, вы не сможете. Потому что... Я Дэдпул. Я очки себе набираю и себя прокачаю. Вау, чувачок, вау. Let's try something a little fancy. Давайте попробуем этот момент. Давайте попробуем. Элбей, да, ну типа куда? У нас есть время. Дэдпул останавливает время, поэтому у нас есть время и чаек попить, и поразмышлять. Во, хорошо. Нажмите LB и удержите R. Где у меня вот этот? Нет. Вау! The higher your combo, the faster you can earn momentum to do awesome moves like that. We can get more momentum moves by upgrading our weapons. Какой он? Ты прям шедевр. В общем, да, чем мы, соответственно, чем мы за раз убиваем больше, соответственно, получаем больше. Прокачать в себе можно, улучшить себе оружие. В общем, чем больше, тем лучше. В общем, да. Но любовь существует только одна. Все могло пройти куда безболезненно, но нет. Куда-то сюда, да? Бегу я снова, да. Аккуратненько, спокойненько. Очередные враги, здравствуйте, очередные враги. Куда? А вот сюда! Получаешь мне, да? Ублюдки, подонки, я Дэдпул. Пяу-брау. Да, одно нежное слово. Пускай мы не разделяем общество друг друга. Но мы разделяем одно нежное слово любовь. Ее улыбка. Да? Ее глаза. Улыбка, перед которой нельзя устоять. Ее губы. Ну просто пристрелите его! Вы можете это сделать, кретины? Не ругай своих мальчиков, они падают, я просто отвлекаюсь у меня. Регенерация просто как у Логана быстрая! Вау! Вау! Эй! Мудачок! Куда мне здесь мудачок? Вау! Бляха, ты смотри, а Дэдпул хотел его прибить. Смерть для нубов, а я Дэдпул! Смерть для нубов, а я Дэдпул! Разношу вас всех, кто! If I cut you, do you not bleed? Ух, сука! Так, спокойно, надо собраться. Собраться надо. Да-да-да, собраться надо нам спокойно. Собраться надо, ты чё? У меня регенерация, которая сама хилога на Вулверай, молниеносный вездесущий. Да-да-да-да-да. $9.99, да-да-да. $9.99. Игра на $9. Да ты хорош блокироваться. Блокироваться, хорош, кто учил? Кто учил приемы, а сейчас играет как нуб? Как настоящий нуб сейчас играет, а я учу приемы. Я игру вспоминал, а сейчас что-то играю херово. Вау! Вау! Дэдпул! Типа попроще будь. Будь попроще, Дэдпул. Ну только не Дэдпул попроще. Вот кто, но только не Дэдпул. Только не Дэдпул, будь попроще. Чувачок! У меня ограниченное время, мудачок! Снято, продолжаем. Снято, да, серия первая, пилотный идет. Надо впечатлить Росомаху, надо нам впечатлить Росомаху, надо, да.
Что еще? О боже, ее глаза, ее улыбка, перед которой нельзя устоять. Ее губы, о боже, ее губы, при виде ее губ мой. Мой хуй думает о грязных делишках. О боже, ее задница, о боже, ее задница, ее сногсшибательные бедра. Ее грудь, о боже, ее грудь. Она сводит меня с ума. Нет! Кочок! Вау! Вау! Дэдпула нельзя убить! Нельзя убить Дэдпула! Уходим. Уходим красиво, спокойно. Надо это... Нам регенерацию подкачать, надо регенерироваться. Я жив! Жив я! Жив! Чок-чок! Разбираем ты! Это же, друзья, уровень сложности, друзья, это же... Ветеран! Куда ты на ветеране решу поиграть, дурачок? Ой, миссия Смитлэй, дурачок! Ой, миссия Смитлэй, что задумал? Что удумал? Зачем? Зачем нам этот самый момент? Зачем? Ну ладно. Я же решил играть на этом самом уровне-то тяжелом. О, здорово, здравствуйте, здравствуйте! Здравствуйте! Что за общение такое? Не понял, чувачок! Так, пострелять хочу, да, чувачок? Пострелять хочу? Ну давай, постреляем, давай. Ну все, все, отлично. Открыт лифт. Лифт открыт, могу идти. Вау, чувачок! У тебя есть регенерация? Давай. Оп! Еще давай! Давай! А, пошел ты нахер! Мудачок, чувачок. Так, что я тут собрал все вроде бы? Вроде собрал. Вроде собрал, могу идти. Лифт открыт, могу идти, двигаться вперед. Эй! This is my jam! В общем, это как бы... Crazy. I'm crazy for feeling so lonely. Видишь, он поет как ангел. Я crazy. This must be my stop. Это, наверное, моя остановка. Отсюда должен быть выход, думаю. Think. Думай, Дэдпул, Дэдпул, думай. Как же отсюда выбраться? Movie да, наверху по-любому, да? Stuck in an elevator in 3, 2, 1. А вот так вот. Eureka! I'll shoot out the window! Пулями, застрелять все пулями. Правильно, Эврика. О, правильно, правильно, сообразил, Дэдпул. Сообразительный ты наш, Дэдпул. Дэдпул сообразительный, well, какой у нас похуй. Так, я должен добраться до пентхауса. До пентхауса должен добраться я, потому что могу. Вау! Maybe if I use my что если я использую твою кошачью гибкость? Кошачью гибкость свою использую. А что, если кошачью гибкость использовать? Может быть? Может, попробуем, давай, Дэдпул. Maybe если бы я... Если бы я прыгал по стенам бы, как Спайдермен бы, летал на паутине бы. Ой, что было бы? Что было бы, не знаю. А куда? Вау! Вау! Так, серьезно? Серьезно сейчас было? А куда? А, не понял. А зачем? А где? Дэдпул, а куда? Ага. Так, это лифт. Мне сказали, что лазить по стенам и как кошка гибкой быть. А куда? Гибкий ты наш. Сейчас не понял. Hey, have you bought any upgrades lately? It's a down moment, you know? Might be a good time. Say it. Кто-то хочет. Выбрался отсюда, ва? Сейчас не понял. Сейчас не понял, здравствуй, добрый день. Добрый день, Дэдпул, я сейчас не понял. А вот так вот понял. Вот так молодец. А почему нет? Так. А куда? А вот так вот. А вот так вот могу, да, я Дэдпул. Хорошо. Ух, ах. Я супергерой. А сколько по времени тоже? А по времени-то уже много, друзья. Давайте, наверное, заканчивать сейчас будем. Сейчас на сохранение закончим. Серия будет маленькая, потому что Дэдпул маленький. Праздненький психопат, он маленький. Ладно. Спокойно, а может большой. Так. И куда? А вот сюда. Оп, 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 оп. А вот гениально. You think the bounce house is still pumped up? Of course it is. Так. Наверное.
Нет. Не хочет. Бой на... Бой... Полная обойма у нас. Дед не хочет наверх. Так. Какой трудный момент. А! Конечно же. Конечно же. Удерживать. Ну, давай, да. Ну, хорошо. А вот и я пришел на вторую серию. Пилотная серия, думаю, закончим. Продолжим в следующей серии. В общем, это Дэдпул. Для вас сегодня работал, как и всегда, Александр Смит в исполнении Мессии Смитплей. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте это видео. И всем до встречи в следующих прохождениях и в этой игре Дэдпул. Все, друзья, всем пока. А я еще не прощаюсь, ага, это Дэдпул, поэтому надо две серии записывать. Дэдпул хочет, чтобы его по две серии выпускали, он ему не нравится. Мои серии будете делить. В общем, все, друзья, всем пока, на второй серии увидимся. Says we've sinned. Well, it was what I wanted.